Состоялись заседания комитетов Верхней палаты парламента. Предметом обсуждения стали вопросы, включенные в повестку дня очередного пленарного заседания Сената Олии Маджлиса. Ольга Русакова продолжит. Участники заседания Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности в числе других предварительно обсудили вопрос об изменении границ Учкуприкского, Узбекистанского, Донгаринского, Куштепинского, Ташлакского, Ферганского районов и городов Коканд, Маргилан, Фергана, Ферганской области. Коканду предусмотрена передача 2,6 тысяч гектаров земельных площадей Узбекистанского, Донгаринского, Учкудукского районов, а Маргилану 1,1 тысяч гектаров земельных площадей Ферганского, Куштепинского, Ташлакского районов. 812 гектаров Ферганского района войдут в состав Ферганы. В фокусе внимания участников заседания Комитета Сената по вопросам науки, образования и здравоохранения находился закон об электронной цифровой подписи. Действующему насчитывается без малого 30 лет, что и обусловило необходимость его новой редакции. Внедрение новых норм позволяет владельцу ключа, вместо того, чтобы владеть ключами нескольких центров, которые позволяли ему сдавать налоговую отчетность, статистическую отчетность, пользоваться какими-то электронными системами документооборота, владеть уже одним ключом, выданным одним центром, которые по своим системам будут между собой интегрированы. Одновременно с этим у него исключается возможность носить различные мобильные носитель для хранения ключей. То есть у него будет единый ключ, который позволит ему иметь доступ к различным информационным системам. Члены Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции обсудили усиление ответственности за мошенничество, обман или злоупотребление доверием при электронных платежах, которое предусмотрено законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан. Будут внесены изменения в статьи 168 и 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Данным законом предусмотрено усиление ответственности за владение чужим имуществом путем мошенничества или же путем кражи с использованием информационных технологий. Согласно действующему законодательству, за такие деяния предусмотрено лишение свободы до 5 лет. В случае принятия закона ответственность будет усилиться и мера назначения лишения свободы до 8 лет. В свою очередь, члены Комитета Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта в ходе обсуждения данного закона акцентировали внимание на новой норме, которая вносится в Кодекс об административной ответственности и предусматривает таковую за неуважительное отношение к объектам материального культурного наследия. Обсужденный вопрос и обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Перед ответственными работниками поставлены задачи оперативно устранить озвученные недостатки. Участники заседания Комитета Сената по вопросам развития региона Приоралья и экологии отдельно остановились на законе об электронной коммерции, разработанном в целях совершенствования правовой базы, внедрения современных электронных технологий, новых инструментов регулирования отношений в сфере. По мнению сенаторов, его принятие послужит расширению спектра инновационных методов электронной коммерции, повышению экспортного потенциала и развитию международного сотрудничества в сфере. Члены Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма предварительно рассмотрели закон о внешней трудовой миграции. Подчеркивалось, что министерствами, ведомствами, а также экспертами представлено более 60 различных предложений для доработки документа. Поскольку анализ выявил в нем целый ряд норм и формулировок, противоречащих действующему законодательству. Кроме того, была рассмотрена информация о деятельности Министерства иностранных дел в первом полугодии текущего года.